Всем привет, ребята! Вы на канале Мэри Шоу. И в этом видео я вам покажу, где найти эстетичные вещи в бесплатных локациях. Ну что ж, погнали! У меня такие, возьмем две коробочки. И пойдемте в первую локацию. И это у нас будет пекарня. Это тоже бесплатная локация, ее можно получить в магазине. И первое, что у нас тут будет, это вот такой вот миленький красивенький цветочек. Также вот такие чашечки. Ну, давайте одну возьмем. И вот такие вот миленькие книжечки. Я их забирать не буду. Ну, они мне примерно не нужны. Ну, и можно вообще не собирать. Я могу вам просто показать. Поэтому коробки убираем. И буду просто вам показывать, где можно найти. Тут тоже вот такой цветочек, его можно забрать и все такое. Также, кто не знал, что вот здесь вот такой бриллиант. Ну, слиток золота это я положила. Дальше можно взять вот такой вот, ну, как карточка вот эта расплачивается. Ну, кто как. Дальше тут есть вот такой миленький орешек. Он тоже как, ну, очень прикольный. Его можно тоже забрать. Тарелочки, все такое. Тут есть фрукты, овощи. Я думаю, очень прикольно. Дальше идемте на следующую локацию. Это будет Боб Сити. И первая локация Боб Сити — это такие как маленькие ларечки. Да, вот. Мы тут поселились около суши. И здесь можно забрать ножи, кому надо. Дальше тут есть вот такие миленькие стаканчики. Тут можно купить их. Ну, синий, красный и зеленый. Тоже очень классные. И вот такие штучки две. Ну, это как-то такой. А вот это можно забрать. Вот тут у него такая лапка. Дальше пойдемте. Есть вот такая тут такие тарелочки. И если съесть этот суп, да, здесь будет очень острый, и у нас будет такая эмоция. И можно чисто забрать вот такие вот штучки. Кассу нельзя забрать. Ну, и здесь примерно все. Ну, можно забрать такой красивый стаканчик. И также такие тоже миленькие тарелочки можно забрать. Идемте на следующую локацию. И следующая локация — это будет, давайте, парикмахер. И сперва вот мы тут увидим вот такой вот миленький цветочек. И его можно забрать. Поэтому я его забираю. Просто он мне для дома нужен. Очень красивые. Свечи тоже можно забрать, но они примерно не нужны. Но они очень тоже прикольные. Ну, тут есть вот такие журнальчики, кому надо, тоже может забрать. Ну, тут эти штуки. А, да, вот этот вот переносочка. Тут есть разные крема, бутылка, еще какая-то баночка. Ну, вот такие вот штучки можно забрать. И также вот такие два полотенечка. Их тоже можно забрать. Поэтому забираем. Очень красиво. Ой. Я! Так, давайте лучше взем. И все. И здесь тоже можно забрать вот такой стаканчик.
тоже очень красивый. Тут тоже есть вот такое милое растение. Я больше буду собирать растения, потому что мне они очень нравятся. Ну, тут можно взять разные расчесочки, плойку, кому надо, вот такую плойку. Вот так вот. Радио нельзя забрать, ну, такие стаканчики. Метелка. Ну, она, наверное, не нужна. Ну, и на этой локации все. Пойдемте на другую. Я буду собирать чисто растения и нужные вещи мне для дома. Дальше пойдемте в магазин. И сперва давайте зайдем вот сюда. Так, ладно, все равно буду собирать. Так. Тут у нас ничего нету такого эстетичного. А вот в зоомагазине уже есть. Можно взять вот такую лежаночку. Я ее заберу, она очень красиво. И вот такие вот корзинки. И тут такая палочка, и на нее можно также поставить. Я это тоже забираю. И идемте дальше. Тут можно найти вот такой вот миленький платочек, вентилятор, кому нужен, тазик и вот такое милое растение. Я его забираю. Ну, тут разные техники. А вот тут у нас есть вот такая вот штучка. Ну, то есть на ней стоит такая вот штучка. Как примирение. Ну и вот это тоже можно забрать. Очень классная штучка. Ну и также можно забрать такой кораблик, лодку. Тоже очень красиво. Переходим на другую локацию. И здесь у них есть такой миленький котик, но он нам не нужен. Также тут есть вот такой вот миленький цветочек. Тоже можно забрать. И вот такой горшок. Если в него посадить такое растение и полить, то будет вырастать вот такое вот дерево. Да, очень прикольная штука. Ее можно тоже забрать. Тут так темно. А, вот так вот. Дальше тут есть вентилятор. Тоже вот такой вот. Есть вот такая картинка наверху, свеча, ну и такие маленькие игрушки. Тоже прикольно. Здесь можно забрать очень много разных книг красивых. Также тут есть вот такая кофеварка. Ну и тут стоял стаканчик такой миленький. А, да, это не знаю, тут можно вставить такие шторки. Туалет здесь не как у всех. И переходим на следующую локацию. Следующая локация. Это... В театре тоже можно найти очень много чего. Тут можно найти разные продукты, вот такой вот напиток, конфетки, ну и все такое прикольное. Идемте сюда. Ну, тут если ничего не убрать, то тут ничего нету. И дальше кто-то так играет, то можно взять вот разные вот такие штуки. И на них можно играть. Даже микрофон такой. Ну это вот это для штучек. Барабан, но их забрать нельзя. Ну, можно забрать скрипку. Гитару. Ну и типа ноты.
Дальше идем наверх, и тут у нас есть вот такой вот небольшой списочек, вот такой вот меч, черепочек, тоже миленький, и такие листочки, не знаю, ну, все равно прикольная штука. Дальше тут можно забрать лестницу и дерево. Да, ну кому-то надо, я не знаю. Дальше. Тут у нас тоже есть ваза с цветочком. Другие духи, очечки. Ну, тоже плойка и все такое. Картины тут нельзя ничего делать. Тут вообще должен лежать алмаз. Ну, расчески тоже тут, конечно, есть. И фен. Только я не знаю, как включить. А, ну... Давайте его заберем. Как его выглядит? А? Все. И вот это тоже можно забрать. Ну, духи у меня все есть. Заберу еще плойки, они очень красивые. Тут еще есть бомба, но она на меня. Зачем я ее выбросила? Понятия не имею. Дальше мы пойдемте в магазин одежды. Ради тут нельзя забрать. Ну, тут есть разные очки такие, можем взять. Ничего. Тут тоже. Ну, тут можно взять сумочки такие прикольные. Вот эта прикольная сумка. И где-то я еще взяла вот такой кошелечек. Прикольная такая. Вот тут должна сидеть швея, но ее тут нету сейчас. Жаль, что нельзя забрать вот эти вот цветочки, которые наверху. Но зато здесь можно забрать такие ножницы. Клубочки. Ой. Такие вот ниточки. Утюг. Ну, утюг он в бесплатной версии. Можно забрать просто. Ну, не забрать, а когда вы получаете дом, там он есть. Ну, и все примерно. Все эстетичные вещи, которые я нашла на бесплатных локациях. Если я что-то пропустила, напишите, пожалуйста, в комментариях. Я, конечно, надеюсь, про это видео. Ну, а на этом все, ребята. Надеюсь, это видео для вас было полезным. И подпишитесь на канал, поставьте лайк. И все, всем пока-пока!